Вот. Всем привет, уважаемые подписчики, зрители наших каналов, участники групп ВКонтакте, любители настольных ролевых игр, виртуальных настольных ролевых игр и просто случайные люди, которые нашли это видео на Ютубе, искав что-то другое, может быть. А может быть и это именно искали. Вот, мы рады вас приветствовать на нашем очередном видео VNRI, виртуальные настольные ролевые игры по системе D&D, 4-я редакция. Мы играем в фэнтезийной вселенной, выживаем, сейчас непосредственно у нас идет бой, вот, с ангелом, по-моему. Вот, и... Все необходимые ссылки. Да, все необходимые ссылки, там, кто из нас снимает, укажет. Также существует группа ВКонтакте. Вот у нас гейммастер Денис Акантович по D&D группу сделал. Там можно тоже почитать, посмотреть все книжки по D&D и так далее. Ну что, сейчас ребята поздороваются, мы начнем уже воевать вот с этим, вот с этой птицей. Птицей неведомой какой-то. Денис Акантович. Всем привет, Денис. Да, действительно, доброе время суток, многоуважаемые зрители. Вас приветствует проект, не знаю какой. Я еще раз говорю, только начнет песочиться, мы сразу определимся, это железобетонно, потому что я сразу говорю, здесь и сейчас у нас идет боевое слаживание. Это не просто так. Здесь и сейчас мы учимся биться, и потому я не буду отвлекать. Всем привет и начинаем. Рома. Всем привет, всем с доброго времени суток. Марат. Всем салют. Паша. Всем привет. Итак, в прошлой серии наши герои пошли на арену, сделали ставки, и сейчас они сражаются против ангела. Надо было денег занять. Доблести, Чё? Надо было денег занять, чтобы поставить, если бы знали, что он такой дрич. Ангела доблести, которого просто расстреляли там. Просто издалека. Пиндюрили ему, пиндюрили, да. Ему. Да, ну, самое не балуй, начнем, но... продолжим. Так, насколько помню, он походил, теперь моя очередь. Да, давай, Маратик, накрывай. Вздываю руки вверх, из которых дел... вырываются молнии. Смотрите, лучки, и что ты, и что там, помнишь, нет, смотрел? Руки вверх. Не. Ага. Из которых вырываются яростные молнии и бьют в площадь. Оп, ну-ка. Нормально, попал, у него сейчас идет все пониженное вдвое. А, да. Молния авангарда, и бьем мы его на 11. А что у тебя там? А какой урон? Электричество, я же говорю, молния. Угу. 11. Дальше, следующий там. Я перехватываю поудобнее свой молот и с размаха пускаю подожди, из рук, держащее оружие. Бам! Бум! Мимо. Нас, почему 17? У него 24 броня. 24 поделить напополам. Не поделите, минус 2. Не поделите, минус 2. 2 у него идет. Бэй, у него 24 АЦ. Ну не получилось, ага. Все. И спас бросок от изумления. Давай. Там же спас бросок или до конца сейчас, его хода? Не, до конца хода, до конца хода до он сказал. До конца следующего хода, ну, да. Все, тогда не убирай, бросать. Убирай спас бросок. Этот, лучник, походи вот сюда вот, когда будешь бить, а? Вот сюда вот так вот. А я так и думал, да, обойти. Этот, Женя, и... когда ударишь его, постарайся на меня плюс 2 повесить. Хорошо. Так? Так, я кидаю, да? Да-да-да. Так, пошло копье. Подожди, 2 секунды, подожди. Я тебе предлагаю сделать так, давай, знаешь что, вот сюда походи. Да, теперь бей. Только попади, пошло, только попади. Копье пошло. Оно же вызовет первосферную атаку, по-моему, сейчас. Не, почему? Он обойдет вот так раз и раз. Вот не, он бьет же дальние атаки вблизи. Угу. А, я не знал. Женя, тогда давай обратно. Ты да. Уже походил 23, попал же, да? Угу. Ну, ладно, ему лучше сначала ударить, а потом подойти. А, ну хорошо, вот. То есть, а, да. Давай. Ударил, да. И потом подошел, получается, да? Давай, да. И дамаг ему влепи. Дамаг. Пошел дамаг. Ту-ту-ту.
10. Жбенькна! И Денису сразу. Это плюс, воеводе плюс 2. Да, плюс 2. Так, у меня будет так. Что у меня будет? Давай, теперь ты ходи, Рома. Нормальная тема с хитами. Вообще обалденно, обалденно. Только у нас как-то так. А потом уже с этими, с выкидыванием кубика все сделал. Давай. Вот так вот я его обошел, то есть. Что-то потом. И вблизи стоишь? Мою, я неправильно почитал, ну ладно. Так и чё? Он вблизи-то от дальних атак тоже бьет, провоцирует. Это не то зачарование, что у тебя было. Слушай, я тебе скажу даже больше, я зря сюда подвел этого, как его. Этого. Я неправильно прочитал, можешь не подходить туда, нормально. Женя, извини, брат, я случайно. Я тогда вот отсюда буду стрелять. А, давай, стреляй. Вот. Бэмна! 19. Пиу. Промазал. Дальше. Бэмна! 10. Промазал. Не так, попал. Стоять. Не попал. Так, теперь я со своей стороны поворачиваюсь. Я говорю, да, воины, ни разу никто не попал, ни разу никто не промазал. Я говорю, не промазал. Все промазали, короче. Он говорит, главное, что в жреца не попали. Да, я реально, я затупил мой косяк, я неправильно прочитал. Хотя, не надо, не буду рисковать. Такой со своей стороны стою на ангел. Ну чё, братка, на тебе в башню. Бью его, короче, способностью сила против реакции. А этот, как его, молот и наковальня. Такая вот тема. Против 20. Подожди, против 20? Да, реакция. Реакция у него, сейчас я тебе скажу, ты сказал, реакция у него... реакция 20-я, у него 18-я сейчас реакция, потому что минус 2, он бладит. Бе-бе-бе, мы все помним. У нас все записано, все ходы. Не надо. Правильно? Угу. Это же ё-моё. Так, и я такой со своей стороны думаю, так, меня же хил поднял мои эти, как их там, я не знаю. Способность к удару у меня получается. Что ты говоришь, этот, Жень? Я куда способности. Да, и я, получается, кидаю вот такой удар. Только попробуй, засранец, промазать. Только попробуй промазать. Это в натуре надо быть настоящим засранцем, чтоб с такими... Пипец, пиум! И у меня, короче, это улетело в никуда, короче. Я говорю, брат, Жень, спасибо большое. Все как обычно. Все как обычно. Ничего нового, ё-моё. Ой, господи, говорит, Ю, тебя что, Женей зовут? Ю, Женей зовут, да. Это его тайное прозвище. Да, сейчас он ходит. Все, мы походили. А, сейчас. А, кстати, изумление снимаем с себя. До конца его следующего хода. А, до конца его следующего, да-да-да. И он бьет паладина. Это мечом. Это боевое преимущество. Клинком и кинжалом. Мечом, клинком и кинжалом? Ну, мечом и кинжалом. Две атаки. Мечом, клинком, кинжалом, щитом и подушкой. Да, и подушкой, ну. Нет, что там вообще какие-то у нас удары. Да как так-то, а? 2D. Так, он сейчас бьет, использует особую способность. Теперь он бьет не против брони, а против реакции, когда он бладит. А? И 13 против брони, 2 атаки. Ну-ка, давай. Пиум-пиум-пиум. Кидай ты 20-й будет. А, крит провал. Да, давай, кидай после первой атаки. Да у него крит провал. Не, ты не понял, а может он упал, либо просто промазал? Да, он упал там. Ну-ка, ну не, ну лежит. Ты кинь. Нет, ты кинь. Так давай, кидает, все да. По-честному было. Кидает, ты по-честному убился. Не, ну смотри, Денис, он может из-за первого крит просто провал, а второй удар не нанес просто. Да, второго он даже не нанес. Замахнулся и ушел, как бы дело. Угу. Если вот надо, тогда надо вошло что думать. И все. И мы больше не изумлены. Да, смотрю на лежащего передо мной. Да. Все нормально. А как тебе? Бить паладина и плюю на него. Ты что, реально плюнул, что ли? По нему еще и плюс 2 походит. Для рукопашных ближних. Да. Да, для ближних рукопашных, да. До дальних минус 2. Че это? Потому что он лежит. Потому что он лежит. Давайте, бейте. А, мой ход, да? Да, ну, Мара.
Накирни ему. Ну, вы как-то так с опять кучкой вокруг него. Подбеги! Это я случайно, я говорю, это я сглупил, я неправильно почитал. Я просто весь в хамане уже, которым я буду играть без учения. Да, я заметил. Сейчас вот кого-то в площадь на кого-то наверну. Давай, не надо наверну. Ладно. Ну что, я начинаю там молиться всем своим богам и не богам, призывая ангела, клинок мести. И после чего рядом с одним ангелом появляется второй ангел. А зачем? Это же дневной. Может быть, мы тут же сейчас пойдем очередной бой бить? Я тоже хотел дневной использовать. А я больше просто ничего использовать иначе не смогу. Ну подожди, пропусти ход. Пропусти ход, да и все. А что это за закорюка какая-то? Это уже ангел. Клинок. Это клинок. Может, самого ангела не видно. А, так ты этот, подожди, да и все. Че ты? Не, ну серьезно, не надо не использовать делик. Мы сейчас его убьем. Просто пропусти ход. Ну давай это пропустим. Да, пропускает ход. Дальше пошли. Палыч. Сразу же сверху вниз бью. По голове этого ангела, который валяется. Прям. Попал. Ты против брони? Да. Попал. 24-я броня. 24-я броня. Это что он лежит. Минус 2. Да, у него плюс 2. Он на 25 попал. Да, попал. 8 урона. 8 урона, и у него минус 2 к атакам. И еще минус 2 к атакам. Женя, отойди, пожалуйста, брат. Это мой косяк, я неправильно посмотрел. Шифтанись. Или он лежачий не может бить? Может. Не, я отойду, чтобы может, Марат потом бил. А, ну, видишь, там... Ну, да, шифтанулся и все так. Но... Не, угу. Сейчас, ну, ходи. Так, копьем опять бью, да? Да. Давай мне также плюс 2, я еще хочу заюзать. Молодец! Главное, не пить провал. Бяу! Давай, лучник, сделай красиво. Сегодня все кубики решили. Да. Первый просто снесли там пол башни ему. 12. Промазал. Дальше. Угу. Второй. Ну? Молодец, то же самое. Да, почему 22-й промазал? У него 24-й. Он лежит. 24-й. У него 24-й АЦ, минус 2. 22-й АЦ. Минус 2 к твоим атакам. Да, минус 2 у него. Его атака. А я эдшемпоинт беру и как бы еще раз. Ну давай. Я, конечно, ну ладно. Попал. Вторая. Давай, врачой. Ой, упал. Кидай еще один раз кубик. Да. Просто такой подскальзывается и падает. Не, удержался. Просто промазал. Кидай на один дамаг. Экшен, ну. 11 у него впендюрил, такой пяу, стрела полетела ему прям в задницу. А мир до сих пор Хантер твари. Да, еще сейчас хантер твари. Да. Твари. 7. Ух ты, ё-моё. 18. Да, 8, как, а ну да, 18 он впендюрил. Ё-моё, тут осталось добить-то его, пипец. Давай, Женя, бей. А, Женя ударил, Женя промазал. Бил. Ну я смотрю, бардак полный. Бардак полный. Думаю, ребятки, ну вы нифига не правы. Разворачиваюсь к пацанам и говорю. Если вы хотите, я добью эту тушу ради вас. Если не делай хотите, это красиво. Делаю это красиво. Максимилиан. Да легко. Смотрите, какая тема. Поднимаю молот над своей головой и говорю... Трах, тебе дох, сдохни, тварь бездушная, крылатая, говнюшная. И такой... Это было очень смешно, на самом деле. Это было тупо, но смешно. Просто улетело его, пипец. Да. Ну, как обычно, что, ничего нового, ребята, мы не увидели. Ходит ангел, да? Тиамат ходит, он пропускал ход. Ну, он ждал. Делаешь что-нибудь. Да, Марат, давай. Ну да, снова град молнии бьет в эту тварь. Уча, уча, уча! И падай давай. Ну, кидай.
Жесть. Не, нормально, он просто промазал. Там вообще, ему что-то прет. Вообще хиты мы ему вначале снесли на раз, два, три, ё-моё, просто. Давай, что он делает? Он разъярён. Ему нужно встать. Он должен встать. Он встать должен, он лежит и отдыхает. Он может бить спокойно в этом. Лёжа? Да, с минус 4 получается. Да. Угу, 9. Слушай, у него дебафов нету? Минус 4. Вот. Минус 4, плюс 13. Минус 2. Угу. И он бьет паладина, так как он его вызвал. Минус 4. Было такое дело. То есть 13 минус 4, 9. Две атаки кинжалом и мечом. Йо, против нет. реакции. О, попал. 23 и 17. А, 20, 17 точно не попал, 23 сейчас для... 23 минус 4, сколько получается? Нет, а, это уже с минусами. А, с минусами, плюс 13. 17 против реакции было? Да, да. Обе атаки попали, да. Обе атаки попали. Так, первая пошла. 1d8 плюс 6. Первая кровь пролилась. 6. У него разные просто кинул. Он мечом, одну атаку, потом этим. Так, да, ух ты, 12. Первая пошла, первая кровь пошла. 1d4 плюс 6. И кинжалом. Все? 1d4 плюс 6. Мы да, в прошлой 4, серии надо было, не надо было не заканчивать, мы бы его убили еще в прошлой серии. Угу. И еще 10. 22 урона. Фига себе. Хорошо. Угу. Ребятки, нам подфартило то, что мы, он реально вот снял вообще сразу одну треть. Бам! Нет, он мощный, но он чего-то это... Значит, не снялся. Да, давайте. И но... он встает, тратит действие движения. Хорошо, так зачем я это делал? Ну, сначала мог встать, а потом атаковать. Да, как бы. Ну, он такой этот ангел. Да-да-да. Он на легких путей не ищет. Да. Он под вывер там бьет. Да, давай. Надо, подхольчужную юбку. Так, сейчас что, у меня теперь получается нет сил понизилось, да? Да, ты теперь самый последний ходишь. Давай теперь, ходи паладин, убей, говорю. Воевода говорит, убей эту тварь. Пиздушную кровожадную. Хватит махать своими клинками, и опять ему. Пень в башню, на. И промазал. Промазал. Ладно. Да, нормально, короче. Все, сейчас у нас получается ходи и Женя. А, Женя. Стоп, я смотрю, говорю. Максимилиан, давай его окружим и делаю шаг вот сюда. Жив. Он, по-моему, сюда стал. Ага, я понял тебя. Все, закончил. Хорошо, давай, Жень, ну, говорю, как бы, юбей его, юбей его, юбей. И опять это копье это? Да-да-да, тут реально копье ю... только. Не, как я его достаю, это же типа заклинание. У тебя с руки срывается. Да, вот ее такой, чуя, фатё, фатё. Срывается, побежал, я говорю, куда? Вот так, копьё вот так побежал. Вот ему, так вот ему. Скидыщ, как знаешь, панда такая. Скидыщ ему просто вот так вот. Пошло, копье, побежало. Пень на. Мимо убежало. Это скажи раз, все хуже и хуже. Кстати, мы когда окружаем, мы Марату не дадим биться. Ну да, да, мы Марату не дадим. А я сейчас отойду и нормально. Не, видишь, если бы вы стояли по диагонали, да, и лучник был бы на двух клетках, мне как раз 3 на 3 клетки хватило. Вот, да, то есть я сейчас отойду, если вы сейчас по диагонали встанете, то нормально будет. Да, давай. Лучше ходи. Так, ну я просто делаю шаг назад. Вот. Мне как-то некомфортно там было стоять, там слишком душно и не дует ветер в лицо. Да. Вот, а я люблю ветер в лицо. Вот. И целюсь. Так, по ковбойски щурю глаза, целюсь и стреляю. Пеньк! А. И просто мимо стреляю. Да. Первая прошла, и вторая атака сразу такая за ней. Тоже мимо. Да ё-моё, вы угораете что ли, пипец. Воевода... Ангел такой... Добейте меня, пожалуйста. Воевода смотрит этот бардак, думает, да чё за фигня, когда люди начнут поражать эту тварь? Поворачивается к лучнику и говорит, слышь ты, урюк, я тебе даю плюс один к попаданию, попробуй засранец только промажь. Бей!
Упы. Сейчас обидно было. Но я не обижаю себе. Ну, 7. Ха-ха, давай, 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 ну. Ну вообще! Вообще просто! Просто вообще! Еще круче! Ложись! Ложись, ложись, все! Такой, знаешь, такой. Я привел, когда хнул. Знаешь, такой обиженный такой, меня оскорбили, я еще и промазал. И такой, знаешь, такой. И теперь я говорю, упаду и буду валяться! Валяться буду вот так вот. Я отдохну, да. Ой. Ну, ребята, вы вообще жжете, я вам серьезно говорю. Вы попробуйте убить кого-нибудь, я не знаю. Марат, ходи, хоть ты ему накирни в башню-то, а? Ааа, и снова молнии, и снова в эту тварь. Прикалываетесь, что ли? Против чего? Против рефлексов. Да он не попал в любом случае, или попал? Нет, там у него рефлексы 20... Да он высокий рефлексы, он не попал. Подожди, у него изначально 24, да? Нет, у него изначально 20. Он попал. А, плюс 2. Почему плюс 2? 20 не попал. 20 минус 2. 20... У него 20, плюс 2, 22. У него изначально 22. Да, 22 рефлекс. Почему? Ты же говорил, что когда он бладит, он минуса идут ему. Так нет, у него реакция 20. Это по книге. А реакция плюс 2, 22. Это я ошибся. А, я просто все. Плюс не сказал 2. Все хорошо, хорошо, так говорю. Угу. Ладно. Ну, промал. Ну, бей, чё? Я ему говорю, бей лучника, лучника бей, говорю. Это тупик 4 раза стрельбанул. Да. Я говорю, лучника бей. Он такой опять двумя клинками атакует нашего паладина. Боже мой, Палыч, ты давай, крепись давай там. Ой, ну, да пипец, да как так-то, а? 19, не, это Маратов. Ой-ё, 2-12, промазал обе. Не, подожди, 12. Нет, одной-то попал. Одной попал в башню. 25 против чего, 25 в рефлексах. Да попал, попал, давай, ну-ка, попадание, давай, организуйте, сколько? Пожалуйста. 1d8 плюс 6. Женя, хилку кидай на этого, на Палыча. Да я, может, сейчас сам подлечу Тляну. 14. Не надо, у тебя не дневные, не надо. Не, у меня не дневные лечения. 14. Ага, это... Ой-ё, нифига он тебе пинет. Я ранен, да. Он реально ранен. Завершил, да? Я знаю, как это, знаете, как происходит? Как в кино. Вот сперва что-то бам-бам, а потом нас тягомотит. Один бах, это ему бах. Это вот так вот. Главным действием использую свое второе дыхание. О чем, Денис, мы говорили? Да-да-да. Это 14 плюс D10. А вот, блядь. 14 плюс D10. 14. А у меня из-за брони. D10, я бросаю в раненом состоянии. 20. Я себе. Я себе. Ну, так, двадцаточку. Двадцаточку накинем у Дениска. Вообще, он накинул. Он сам. У меня добавляется, естественно, плюс 2. А как можно это делать, ребят? А у меня тыкаешь на себя пункты, и когда используешь второе дыхание. Тыкаешь, Денис, левой кнопкой мышки по зеленой этой и делаешь любое значение. И тут же наношу ему удар. А у тебя стандартное же действие этот. У меня второе дыхание. А, да. Я дварф. Он варф, он промахнулся. Но у меня плюс 2 к защитам. Сейчас я на секунду отойду и вернусь. Ага, хорошо. Мы сейчас, как когда придешь, мы его добьем уже, я тебе говорю, брат. Кстати, надо бы Шурику такую тему сказать. Все серьезно, вообще обалденно. Он там ничего не ставит, а мы раз-раз-раз и подставили. Так, ну че, давай, кто у нас получается? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас идет. Сейчас кто ходил? Сейчас ходит Женя. Женя, бей его на. Так. Бей! Копье пошло. Эпично пей. Ну что, копье пошло? Копье пошло. Да ё-моё, ты прикинь, видел, двадцатка рядом была. Реально, пипец. О, жесть. Пипец, вообще пипец. Карма, злая тетка, вся. Да, давай, что получается? Потом у нас получается, хоть ходю я. Нет, я. Да, да, вставай, что, просто вставай. Я встаю. Я встал. Дальше. После этого смотрит воевода на этот бардак и понимает, что никто никого не может убить. Стоит, смотрит на Палыча и говорит: братюня, хочешь, я ради тебя
продемонстрирую свои лидерские способности и этому урюку нанесу неимоверное количество урона. Покажи нам, как надо биться. Да легко. Так, я такой стою и говорю: ребята, я бью его. Удар военачальника, сила против... Нет, надо, это точно. Не, подожди, стой. Так, так, сила против стойкости, урон плюс 4, выбор союзника либо в цель, так либо со мной, и в следующей атаке союзник по этой цели. Ну-ка, стой. Ай-яй-яй-яй-яй. А стоять? Кого? Так, с целью либо со мной, так в следующей атаке союзник по этой... Так, 2 секунды, выбор союзника либо с целью со мной. Не-а, это не канает, тема такая. Следующая атака. А, это в следующей атаке. Короче, ё-мо, я тоже хочу побиться, ё-мо. Так. Паладин так, воевода. Нет, я, нет, вот так вот. Нет, умирается такой молот. И все затихли, все даже не двигаются, они ждут. Ждут просто, даже ангел ждет, что что там будет. Так, погоди. Неру ангел, погоди, братюня. Рано. Я такой делаю вот так вот. Тебе поразило гром и молнии, делаю вспышку пятиминутную, которая дает так вспышку, а не пятиминутка, подставь вспышку делаю. Да, а Марат, не кого, нормально все будет. Я делаю shift, стой, погодите, я делаю shift вот сюда. А делаю... зачем сейчас тебе боевое окружение? А я не буду бить. А, все да. Я делаю вспышку. А не, погоди, да. Так, выбрать врага до начала следующего хода, все союзники. Так. Я говорю, чтоб ты сдох, гнида позорная! Вот так, извиняюсь за выражение. Не, вспышка 5 клеток. Так, выбрать врага. Короче, я делаю вспышку на всех. Джбэнькна! Теперь к атакам плюс 2. Все, такая вот тема. Я правильно, Маратик, встал, нет? Да-да-да. А как ты будешь бить? А, вот сюда вот будешь нахлёстывать. Вот, видишь? Да-да-да-да. Я говорю, сдохни, тварь бездушная, как бы, говорю, ты вообще нехороший, и мы его поставили на себя 5000, ты должен помереть, Аргентина и Майка 5-0. Вот так вот ему еще говорю, чтобы он прям это... Короче, и эта вспышка накрывает вас всех, я специально сюда встал, ребятки. Ой, то есть, смотрите, она накрывает реально вас всех, у него вспышка 5. Марат, достой в следующий раз, Марат, поближе, пожалуйста, вставай. Она нам дает? И она вам дает атака плюс 2, урон плюс 3. Жбенькна! Кем? До конца моего следующего хода. Теперь мой ход, да? Да. И да, я, мы вас еще прибавим. Ну опять бью электричеством, ибо других атак против него. Картина опять двойка, да. Снова. Да, да, просто. Пикассо. Пипец. Я дал тебе плюс 2, что тебе еще надо, а? Я с вами больше играть не буду просто. Тут уже, знаешь, все вокруг в молниях, понимаешь? Молниях, да, давай, ну бей, что. Там отстрички, у нас еще это огрызки не летят. Они такие. Да, там. Зрители такие, они на нам просто НИЩЕ! НИЩЕ! РАКИ! РАКИ! Вот такая летит. Ангел опять разворачивается, достает клинок, меч и бьет паладина. Да, Палыча. Попробуй, у меня плюс 2 к защитам. Это дыхание. Второго. Вторым попал только. Это по реакции, да? Да, он по реакции бьет. У него когда бладит, у него меняется. И... 8 урона. 8 урона. Получите, распишитесь на... Все, ходите. А у меня же... Паладин, этого... ты ж можешь на клетку выше пошифтоваться. Да, я сейчас могу просто. Я делаю шаг сюда, скреплю и зубами на него смотрю. А уже предоставляется всем боевое преимущество от Дениса. Там эта обилка такая, доставляет до конца там что-то. Ода плюс 2. Это боевое преимущество, хода. Это не отдельное меня? Нет, это не отдельное, это боевое преимущество. То есть ты не защищаешь сейчас, да? Чтобы 2 плюс 2? Ну там автоматом идет. Ну все, я думал просто не то, ну какая разница, стал так стал. Ну да. Ну на следующий ход будет. И еще раз его пытаюсь уконтрафуить.
Давай, добейте вы его уже, да сколько можно-то, а? Промахнулся. Да что это такое? Жбенгна, вот так вот. 20, да, против брони, ничего. Как нам вначале повезло, а? Вот я серьезно говорю. Я беру экшн-поинт. Не надо, не надо, может быть еще один будет этот, как его, бой. Подожди, не надо. Так уже запинал. Паш, да вон там осталось, он... Ну тогда не буду. Он обоссится сейчас. Как ты так уворачиваешься? Да. Да просто мы косые. Так, ну я кидаю. Ты, опять. Жень. Я говорю, копье, вот ты вот пошло просто. Да, пошло. И пинай его, пинай его. Пошло, давай. Да! Уже. 24 плюс моих. Убил. Он попал. Он убил его. Так я еще дамаг-то не нанес. Такой у него 3 хита. Ну, сколько? 3 хита. Да он все его. Он разваливает опрос. И так подумайте, мы эти три хита, наверное, полчаса мучили. А я даже тебе скажу, сейчас сколько мы этих три хита. Реально, мы 30 минут, реально, просто, ребят, это пипец. И такие, и трибуны наконец-то, они просто, они сперва, знаете, они после того, как мы ему впендюрили наполовину, начали блазить, трибуны такие, давай, давай, крови, а сейчас уже через полчаса такие, ура! Нет, вот там даже хаб с трибун просто. Наконец-то они их допинали. Ну, говорит, все, выгоняйте их отсюда. Это такой просыпается. Все, мы закончили вот этот вот бой. Наконец-то наши герои что-то... Что-то смогли сделать. Да. Они мужики неблагодарны. Уходим по домам. Конечно, там Архонт. Вот. Я вас перекидываю. А выигрыш мы забрали. Ну, замки. Замки. Сейчас мы туда идем. Ну, получится не в замке, а в этом. Ну, в этом. Гильдии-то. Так, получается, что у нас по выигрышу? Смотри, мы ставили на себя 5000 алды. Правильно? Угу. Да, 7,5 получили. 7500. Мы получили 7,5. И еще плюс. Плюс, так. Угу. Сколько плюс? От 8 30% сколько будет? Так и нам просто за бой 600 еще сверху падает. А, 600 золота, да. То есть подожди, 7,5, 7,500... Плюс 600. 500, дальше поехали, 533, плюс 600, и плюс сколько, от скольки, от, чего? От 8 тысяч 30% это сколько? 2400. Сколько? 2400. 2400. Ребята, складываем, пожалуйста, у кого там открыто. Калькулятор откройте, а то я не могу, то есть у меня тут съемка как бы идет. Так, стоять. Погодите, ребятки, где у нас? Так, еще раз, кого складывать? Короче, смотри, сейчас я тебе скажу, чего складывать. Складывай вот так вот. Вот. 7500 плюс 530. А, стой, сперва отними от 6213 680. Сколько получится? От 6213 минус 680. 5533. Да, правильно посчитал. Так, давай, ну я просто в уме. Так, теперь складывай. 7500, ну это новое, поехали. 7500 плюс 533. Ага. Плюс 600. Ага. Плюс 2400. Ага. Сколько? 11033 монеты. Ой, как хорошо! Ну, 1000 мы подняли. То есть, да у мы... нас было... Да мы... Не, у нас было 10. У нас где-то было 6000. Нет, я имею в виду до того, как мы потратили на доспехи. Имеется в виду, отбили то, что потратили. Да, то есть... Ну да, мы обещали, что ты... Так это вообще обалдело. Ну что, мы подходим к этой девчонке и говорим, ну вот, мы как бы сыграли там, вам нужно был бой красивый. Мы сделали, мы специально растянули последние эти, как последние эти, как удары. Да, то есть помучить его хотели, то есть как лучших. Но я думаю, вам плохо там и все остальное. Вам нужно отдохнуть в доме. Потому что, ну я, ну как бы в доме, да не вопрос, я говорю, потому что вот вы видели, мы сразу, вы видели нашу удаль, сперва мы сразу несли ему, чтобы он начал бладить, чтобы трибуны там, а потом решили просто поиграть на публику и попромазывать, то есть красивые удары, финты, так что предлагаю это оценить и в следующий раз, когда будете делать афишу, чтобы красиво нас нарисовали, договорились? Все хорошо.
Я предлагаю вам отдохнуть, ваше золото будет там. Броню вы уже забрали. И заодно посмотрите, отдохнете несколько часов в вашем доме. А какие дальнейшие планы? Просто ну, пойдем туда. Нас, если он туда не идет, надо туда идти. Я говорю, Паша, это... А он куда? Я уточняю, Паладин, куда? Какие дальнейшие планы? Домой идем, давайте поспим до завтра. Отдохнем. Ну вот ваш дом. У вас четыре комнаты и в гостинке одна такая лежанка. Одна лежанка. Но я себе занимаю... Вообще бы лучше всего было, если бы казарма была. Я сразу говорю, там много лучше. Я со своей стороны воевода говорит, все, я пошел спать. Ну, там же ваше золото лежит. Вот эти, сколько там... А почему я не могу своего взять? Да никто не может своего взять. Да. Ну раскидай тогда нас по этим. И по ну что, мы отдыхаем до завтра, братюнь. Угу. И... Подожди, Денис, будет. Ты там не прописал немножко этот ритуал? Да я знаю. Но я думаю, ты помнишь все ритуалы. Ух ну ты, какая у меня в комнате люстра. Да, люстра. Это может не люстра, это знаешь, это наказатель какой-нибудь, знаешь? Вот. Для сатаманы теперь... какой-нибудь там. Так, я сразу говорю, что я провожу ритуал, ставлю у себя в комнате глаз. Ага. А я думаю, это, ну это же наша хата, ё-моё, сколько можно, да нас всякие твари, ё-моё. Да, наконец-то снимает свою броню, эти сапоги, портянки. Да, начинает пахнуть. То есть, как обычно, ё-моё. И ночью придется многим поснимать наушники. Давайте первым Денис. Остальные снимают. Первый я? Оставляет? Денис оставляет. Я покажу. Ага, рекламная пауза, ну. Угу. Давай, поехали. В общем, Денис, смотри. У Урсулы Урагана такая особенность. Он своим подданным вот этих божеств... Ну, любых людей дает задание во сне. И тебе приходит демона, задание. Да? Ага. Тебе приходит задание убить Оливию. Да? А почему я должен слушаться его? Ты можешь не слушаться, все, одевайте. Я снимаю? Да. Одевайте. Денька! Женя. Паш! Женя. Тетя. Пашка, одевай! Наушники. Поговорено. Он сам с собой просто. Не одевать или снимать? Ага. Ну, как давай, ему Женя, напишите? Тогда. Женя, тебе Урсул Ураган, бог, дает задание, да? Да, отвлекся. Паша, да. Не надо, да? Я вот так по... Не. Когда я вот так показываю, кто-то одевает. Все одевают, а потом снимается. Сейчас сними. Сейчас этот, Женя. А, Женя, да? Все. Угу. Все равно Женя... потом это, посмотрю видео. Ага, Женя, твоя задача будет это убить главу гильдии магов. Тебе Урсула Ураган дает приказ во сне. Можешь снимать эти наушники. Хорошо, все, понял. Так, все, и мы сейчас вот так вот будем по очереди. Следующий Марат. По очереди, Марат? Да. По очереди. Марат, тебе Урсул Ураган, бог во сне, дает задание убить твоих сагидийцев, сопартийцев. Он имеет вот такое задание. Угу. Видите? Марат, снимай. Ага. Паша, тебе Урсул Ураган, бог порядка, во сне дает задание убить вот этого светлого короля. Ну, вот этого. Эндариона, который вам который вам документы дал. А, это что, императором хочет стать? Угу, да, который императором хочет стать. Камень теперь остался. Камень все, тут? Да, вот, одел. Вот, теперь... Камень просто такой посмотрел на тебя, этот... Урсул Ураган говорит... Ну, что с тебя взять? Да. Живи. Не надо с меня ничего брать, да. И ушел. Угу. Снится же всякое.
вот такие дела. Пироги. Угу. И молчание такое. А чё, нормально всё, мы спим дальше же, сейчас ты же сказал. Да, дело, что никто не успел уточняющих вопросов задать, потом если что. Ну, в общем, вы встаёте. А вы чувствуете, что вы проспали намного дольше, да? Ну, вы как бы у себя дома, и к вам как бы стучаться, вот ваш дом, наверху карты, да? И к вам стучаться. Кто там? Сейчас, секундочку, откроем. Фамилия Аурина. Ну. Угу. И там... Где мы сейчас? Где этот дом наш? Ну, в городе. И там, грубо говоря, к вам стучится этот один из магов. Он очень больно выглядит и говорит... Вот это? Нет, это... Ну, пускай это будет стражник. Ну, маг там должен стоять. Это маг. Он не стоит. Ага. И говорит... Плохо дело. Да, а что произошло? По городу ходит чума, бегают крысы. И гильдия магов... Гильдия магов все заражены. Теперь мы с санитарами должны работать, что ли? Я извиняюсь, я это метагейм, я сплю далеко, я не знаю. Угу. Так что это, как-то внезапно чума образовала, вчера не было, сегодня есть. Да, то есть во всех домах, кроме вашего, вот мы обходим дома. Во это всех домах, кроме вашего. Моем с мылом. Да, чума произошла, то есть сказал. Там. То есть город полупустой, где-то горит костры с трупами. Вы чувствуете запах гари. Да. Тут не замечательно. Ты предлагаешь какие-то меры безопасности, чтобы не заболеть. И зачем чума произошла? Что это? Может, как бы все маги полуживые, потому что основной очаг был в гильдии магов. А, дошаманились? Что, недавно провели ритуал какой-то? Ну, может быть, ваши демоны, о которых вы говорили. И Оливия как просит... гильдию магов Оливия вас... пробрались, что вы их не заметили? Оливия просит вас прийти поговорить. Хорошо, хорошо, придем. Я только не дыши в мою сторону, то мало ли что. Нет, кстати, они быстро, я извиняюсь, быстро среагировали как-то. Тут в эту же ночь сожгли пол народа, ё-моё, тут же маги. А сейчас ты узнаешь, Денис, если придете. Ага, хорошо. Ну я иду, бужу всех остальных, говорю, ребята, вы там на улице поосторожнее, блин. Немытые фрукты не ешьте, а чума внезапно у них возникла. Я говорю, а мы тут при чем? Прямо с этой гильдии магов пошла эта зараза. И, кстати, Наталья туда зовет. Я говорю, нормально, то есть она там гильдии магов заражения, а нас туда зовет в очаг заражения, что ли? Ну, я так понял, что оно уже по всему городу, это заражение. Угу. Там во всех домах, Денис. Все остальное. Откуда-то там трупы выносят, сжигают. Пойду я на всякий случай заготовлю этого крепкого вина. Самое лучшее средство от заразы. Я говорю, и мне тоже там, это, заготов... Бурдюх! В общем, вы заходите в гильдию магов, да? Да, конечно, но у нас выбор-то есть, чем мне. В общем, вы видите, как большинство магов лежит, укусанные. Варс какой-то шанс нашел, вот так, я нагнулся, повязал. В общем, то ли комарами, то ли крысами, укусы такие по всем их телам. Заходите в какую-то комнату. Разные укусы. Да, разные укусы. Проходите к Оливе, и она стоит очень... бодро так над ближайшим магом и ритуалы читают там излечения. И она вам рассказывает ситуацию, что неизвестная чума, крысы и комары не переносят такое заболевание. И очаг вот этого заражения по лестнице там оттуда пришел. Я не могу уйти отсюда, потому что я выполняю ритуал, чтобы не умерли маги. То есть они почему-то умирают. Какая-то аура здесь в городе есть. Ну, я уточняю, Коля, ну мы же не маги, не целители. Да мы тут зачем? Мы попросили побиться, мы побились, а тут дальше-то чё? И вот подбегает стражник такой, говорит, обращаясь к Оливии, сударыня, какие-то непонятки происходят. Как будто бы глава гильдии наемников приказал всех, кто заражен, убивать.
Он сейчас убивает всех магов и людей. Что нам делать? Оливия разворачивается к вам, говорит: не сходите, не проверите, что произошло с гильдией магов, в гильдии бойцов. Я говорю: так а мы тут при чем? Они мы-то так им. Вы единственная боевая единица, которая нет, осталась. А что нам делать, если он убивает их? Что, убить их, что ли? Поговорить, узнать, помешать? Почему он это делает. Ну, я сейчас могу сказать, почему он делает, чтобы зараза не распространилась дальше. Ай, нормально, правильно и делает. Это не похоже на того, кого я вызывала. Ну как, а что вызывала? Ты про что имеешь, что кого вызывала? Никого, на кого не похоже? Я вызвала, помните тот мир, где мы были в деревне? Там был такой лучник. Градоначальник. Да. Он был главой гильдии наемников, я его вызвала. Так. Он не должен этого делать, если вот вам надо с ним поговорить. Так, а что нам с ним поговорить-то, ё-моё? Мы кто такие для него-то? Ну да, У вас есть документы, подтверждающие, что вы ставленники самого Дендариона. Ну хорошо, поговорим. А если клянется на нас? Почему он это делает? Если он скажет, что он спасает оставшихся живых людей, незараженных, и поэтому уничтожает разносчика заразы, что нам делать? Вам всего лишь нужно узнать у него конкретную информацию. Если он это делает, он, скорее всего, объяснит. Мне нужна информация. Хорошо. Я не могу покинуть это место. Ходить спросить. Ходим спросим. Говорю, выбора нету. Пойдем, пацаны. Бойный, ё-моё. Угу, вот вы идете. Можете двигать, нет? С какой мы стороны? Слева, справа? Египетская сила, ты чё вообще? Снизу и не можем. Снизу. И не можем. Правый нижний, да? А, нет, вот нижний. Я не могу можете? Выделить, я не могу выделить, братка. Жрец только может, ну ладно. Не можем выделить. Вы идете туда всем отрядом, да? А у нас выбор есть. Угу. Вам дали задание. Да я вообще не понимаю, почему она просто в мозг тому не залезла. В общем, Женя убежал. Кто нас утащил, я не найду. Наверх. Правый верхний. Да. Вы видите вашего знакомого, но он выглядит моложе, и у него нету в руках вот этого лука его. Токен поменяли. Я говорю, слышь, брат, тебе что, токен поменяли, что ли? Он такой на вас поворачивается, говорит: стражники, убить их. Что убить? Мы посланцы самого императора. Мы посланцы. Смотрите, и, короче, вот эти вот все... Послуны. Все подходят к вам, но они в замешательстве. Максимилиан, покажи эту бумагу с кучей печати. Я говорю, погодите, у меня, говорю, вот письмо есть печатное, говорю, буквами большими написано: не убивать, не казнить, нормальные пацаны, там накормить и все остальное. Он говорит: все равно убить их. Некоторые подходят, некоторые нет, и... Я такой: стоп, арестовать его, он... В общем, они все в замешательстве, и в него влетает, вы видите, влетают две стрелы. А где он сам-то? А, в него? Это не я. Его... Вон он на стуле сидит. Да. В общем, у него сразу меняется его внешность. И он телепортируется автоматом в закрытую комнату. А внешность, за что у него поменялось? Ну, поняли, кто это? И к вам подходит ваш старый знакомый, градоначальник. Кто вместо него кого был? Поменялось? Мы поняли, кто это? Так, на кого был? Это доппельгангер. А-а-а, Женя, ты... Вот, видели, я говорил, что измена. Да, Женя, ты... арестовать. Женя, ты знаешь, что такое доппельгангер? Ну... Секундочку, я еще раз на минуту отойду. Кто ж не знает старину доппельгангер, ребята, это доппельгангер был, да. Существа, которые меняют свою внешность. Да, доппельгангер. И к вам подходит градоначальник, которого вы знаете. И говорит: или, пацаны, что, по вину? По доппельгангеру. По доппельгангеру, да. Отдуплимся. Он говорит: смысла нету за ним бежать. Ему кто-то помог открыть ход с той стороны и заблокировать, скорее всего. Ага.
Я смотрю, у вас тут критическая какая-то ситуация. Да? Ну, так, и он так да. Быстренько по бумагам порассматривает вот здесь вот там где-то, да? Перелистывает, смотрит, говорит, в критичной ситуации я сейчас организую, грубо говоря, в городе, чтобы не было убийств, вышли вот этих вот ребят всех, да? То есть это глава гильдии наемников. Настоящий, да? Настоящий, да. Вы его знаете. А как получилось, что он тебя подменил? Я должен был только сейчас прийти. То есть вот в эту ночь он, видимо, для чего-то делал, чтобы людей мало осталось. Ресурсов в городе, я так полагаю. И а опять паролей тут нету. А? А у вас что, тут паролей нету? Заходи, кто хочет. Командуй им. Видимо, узнали. И смотрит так, листает. Если какая-то критическая ситуация будет, я могу предоставить вам... Так, сколько он? 30 бойцов, 20 из них арбалетчиков, 10 либардистов. Я говорю, погоди, а эти, говорю, плавуны есть? Кто? Плавуны, которые плавают, гребли занимаются, на байдарках есть? Не знаю. Погоди, а вдруг на воде на нас кто-то нападет? Так тут источников воды отродясь не было в этом. А вдруг они наколдуют, он из аквариума будут вылетать, ё-моё. Ну я посмотрю. А куда ты посмотришь, в аквариум или в байдарке, ё-моё? Ну-ка стоять. Нет, посмотрю в документах. Есть ли байдарочники у вас? Угу. Не, ну давайте сейчас вместе с вами посмотрим, если войско на байдарках. Вам, скорее всего, надо устранить угрозу, потому что... Из моих знаний, крысы не распространяют такую болезнь, от которой умирают. А, так мы не знаем причины этой болезни, не знаем, какая угроза, что мы будем устранять. Это, скорее всего, гильдия магов. Вам, скорее всего, Оливия что-то сказала. Должна сказать. Она сказала, что тут, мол, людей убивают. Да. Что жизнь на байдарках людей почему убивают. Это делаете? Уже больше не будет убивать. Уже не будет убивать? Точно? Оливия не будет людей убивать или кто? А, мои охранники. И он отсылает тут же людей по всему городу. То есть твои охранники убивали людей. Мы пришли разобраться, поняли, что заместо тебя был шпион. Мы шпиона спугнули, и теперь твои же люди, которые убивали людей, теперь не будут убивать людей. Да. А подожди, а кто у тебя замом тут был? Не было зама. Это же гильдия наемника. Так а погоди, не понял. Все равно ты же уходишь куда-то, за тебя же должен остаться. Там, я только сегодня... Главный конюх там, например, там, бабаманя там, не знаю, этой, как его, метелка, ну ты по-любому с кого-то... Главы гильдии наемников не было. Кому башню-то отрубить-то сейчас надо? Они же столько людей-то перебили, ё-моё. Надо же кого-то наказать. Так вас и накажем. Меня? А нас-то за чего наказать? Давайте быстрее организовывать оборону. Какую оборону? Подожди, может ты... Подожди, а как ты докажешь нам, что ты тот, который надо? Может ты тоже вот этот Гупельгангель вот этот? Давай я тебе вас постреляю. Давай мы в тебя постреляем стрелами. У нас лучник есть, как бы ты не уворачивайся, главное, а то он косой у нас. Лучик с виду одним глазом. Он даже в него не попадет. Ты лучше уворачивайся, чтобы уж наверняка... Денис, у него сороковая броня. Нет, да дело не в этом, брат. Походи, снимет броню, чего? Но снимет броню, да, пускай разденется ему, как бы. Я говорю, а я вот тебе не верю. Я тебе просто, Дениска, готовлю к тебе к песочнице, братка, это все нормально. Я говорю, а я не верю тебе, ёма. Дупельгангель. Ты дупельгангель, ёма. Потому что ты не оставил человека, ёма, как его, за место себя. И сейчас говоришь, что у тебя войска на байдарках нету, ёма. Денис, тут он объясняет, что его назначили только вчера. А кто а был? Кто-то тебя был? Никого не было. Как никого не было? Значит, только сейчас обосновалось. Подожди, а я поворачиваюсь к наемникам, говорю, слышь, мужики. Говорю, а кто вами рулил-то тогда ему до этого момента? Какой-то дупельгангель, ё-моё, а то дупельгангеля кто рулил? То есть им сейчас гильдия магов специально заплатила деньги. А до этого они чем не занимались? Они ничем, это гильдия наемников сейчас за этот день, вот сейчас образовалась. То есть гильдия была гильдия наемников, которые получали задания, вот такие эти вывески висели, приходили, получали, а теперь это официальное государственное учреждение будет.
Хорошо, а до этого, так они, получается, бандиты, если пришли, начали убивать народ. Они же убивали народ не по чему распоряжению, а по этому распоряжению, типа. Они же бандиты, да, получаются. То есть, они получается из бандитов превратились в организованную, как его, этот, как его, да, под, как, подкрепленную бумагами. Именно бандиты превратились в этот войско, в наемников. Я считаю, их надо казнить всех! А вам никто ничего не говорил там, Оливия? Я говорю, да что за бардак в этой армии? Какое твое дело, что мама Оливия говорила? Да! Я говорю, мы тебе доверяем, но все же ты людей убил! Твои люди людей убили! Из 30 останется 15. Я говорю, как из 30 15? Надо ж старшего найти! Может это... Ты ж сам сказал, это ж... Это просто люди, которыми командовали! У тебя зам должен быть! Все равно же кто, или кто-то у них все равно в каждой организации должен быть кто-то главный. Так вот, 15 человек и казним. Ну, первый попавшийся... Подожди, они первые попавшиеся? А вдруг мы не казним того, кого надо казнить? Они сознаются, уверяю тебе. Так ты подожди, они, то есть ты будешь всех по очереди резать? Они ж мертвые. Да, и будешь, а потом мы... А, я знаю. А потом мертвого мы спросим, будем каждого. Ну, людей поубиваем, так? Там же свидетели есть. Чего свидетели есть? Свидетели есть, то ж Гупель-Гангель управлял ими. Свидетели того, кто кого убивал. Я говорю, ну тут какой-то вообще... Накажем или докажем? Накажем. Или какашем? Я говорю, не накажем. Пойму тебя. Не пойму казним. Тебя. Казним. Тебе бы только всех казнить его. А вдруг он не виноват? А может у него дитё где-то есть? А ты взялся его казнишь? На инсайт я пойму, является ли он этим или нет. Так ты погоди, то есть ты вот так вот на кофейный гузчик будешь колдовать, ё-моё? Да, так вы же сами. Многоуважаемые зрители, это вас ожидает, скорее всего, на следующем уже неделе. Вы же это определили, что вот этот... Или вы только, не только я там буду шаманом говорить с духами. Духи сказали, ты не прав. Ну, выстрел, мы поняли, что это Доппельгангер. Да, то есть, я говорю, а как ты тогда со своей стороны понял, что это Доппельгангер, если начал сразу стрелять человека? Так вон картина висит моя. Он так же по этой картине сделал. Брат-близнец. Я говорю, так погоди, по картине, так ты скажи, что твои картины фигуат нарисовали. Если брат-близнец, он бы был не моложе, чем я сейчас. Да. Это по возрасту Денис. Ему я там... Кто как сохранился. Ему стат... Ему там 300 с чем-то лет, а Дениска тому тоже брату... А? Закипел? Да? Не закипел? У него мозг уже появился. Смотри, а мне наоборот, я вхожу в роль, я понимаю, что я делаю. С возрастом не разберешься. Две секунды, подожди, Паша, как тебе вот это вот вообще социалка? Интересно. Не, так я тебе погоню, это только начало. 15 казнят, Денис, по вашим высказываниям. Нет, людей. Подожди. А, они позже появились к этому магов. Подожди, подожди, так я еще не закончил. Там магов-то не осталось. Вообще ни одного. Несколько. Там больные-то остались. Да, больные-то они остались. Они выздоровели. Да. Я говорю, погоди, говорю, многоуважаемый ученик, дяденька. И говорю, казнить мы можем любого, но я предлагаю сделать так. Пару своих людей отправь в гильдию магов, либо пускай тебе сыворотку там правды, там свиток правды, ему. Наколдуешь на кого-нибудь, и тебе сразу все выдадут, правильно? И ты накажешь непосредственно тех людей, да, которые заслуживают, только правильно? Только о таких свитках не слышал. Я говорю, не, ну я... А мне расскажут, как понял. Может быть, есть такие свитки, я же не маг. Да хватит одного мага, чтобы провести ритуал. Конечно, да. Он говорит, вот с нами маг, он шарит. Че ты торопишься-то, братюня? Я говорю, ничего не надо, ничего не делай. Я говорю, зачем людей просто так перебьем, а так мы узнаем зачинщика. Может быть, Доппельгангер или кто-то помогает из них, а может и нет. Да. В чем вопрос? Как ты... Кого? Я правильно отыграл, что он вообще не знает маги. Не, ну почему? То есть он нет? Ни ритуал, это твой выбор. Не знает. Это он вам выбор. За 10 тысяч предлагал воскресить там этого Артура, когда он 600 стоит там. Не, ну может про один пару он знает, но не знает, какие вообще есть. Нет, какие вообще есть. Ты понимаешь, какая ситуация? Смотри, 2 секунды. Вот по поводу правильно отыгрывал. Вот, ну как бы сейчас немножко это, но мы же готовимся к этому, писачимся. Смотри, какая тема. Вот смотри, если он нас обманул... Хотя он уже знает, что мы люди не просто так, да, а с бумажкой. И он человек с бумажкой. Если он нас обманул, значит это заговор. Это серьезная тема. Понимаешь, какая ситуация? Это очень серьезная тема. А если не обманул, то есть такая тема и действительно не знает, то значит все нормально. Так что тут при отыгрывании надо вот думать. Порно уточняет. А вы этого Доппельгангера искать как-то будете? Его обязательно надо. Он уже, я это сказал, что есть закрытая комната потайная, которая закрывается с той стороны.
То есть ему кто-то уже погал. То есть он ушел и все. Его отсюда не открыть. Я говорю, так а что нам сейчас-то делать? Я что-то забыл уже. Главное его сейчас отсюда не открыть. Вы рот оскорбите. Кого? Да, объявим. Хорошо. Вот печать уже ставить на бумаге. Я еще своим это объясни, что людей, вот с такой бумагой я показываю, как на печати у Максимилиана, нельзя убивать, кто бы не приказал. Угу. А они как раз и думали, а что делать-то? Вроде приказ императора, вроде приказ главы гильдии. А, да. Вот они и стояли поэтому. Ну а что сейчас, что нам делать-то, говори, братюнь? В гильдии магов. Ну хорошо, давай, нам как бы не проблема, мы туда обратно бегаем. Я вообще бегаем. Не могу понять, ребята, извините меня, пожалуйста. Что ты не можешь понять? Вот эта вот Оливия, она может ментально связаться с тобой, но не может ментально связаться с вот этим. Какая мне не нравится. Оливия сейчас поддерживает другой ритуал, Марат. Она поддерживает магов, чтобы они не умерли. Да. Чтобы провести ритуал, вот это 5 минут надо. Связаться с кем-то. Что мы там, к Оливии? Так, ребята, давайте, наверное, на этой минуте закончим. Давайте. Давайте. Итак, многоуважаемые зрители, что вы видели непосредственно в конце данной ситуации, потому что мы буквально с Пашей говорили, что якобы в D&D зачастую мало отыгрывать социалки. Мы в своей песочнице постараемся, затачивая героев, каким-то образом привить им не только какие-то бойцовские возможности, но и какие-то социальные. Понимаете, какая ситуация? То есть будет все не просто так. Мы постараемся это сделать. Мы не знаем, что из этого получится. У нас не будет таких вот я надеюсь, вот таких богов, которых мы не понимаем. То есть мы будем потихоньку идти, то есть как бы нас не будет боги смотреть, насыпать нам золото миллиардами. То есть мы будем за каждую монетку биться кровью и потом. Там вообще на попец, на вообще, Жень. Да-да, всем спасибо, кто сегодня смотрел, ждите нас в следующей серии, ну всем пока. Миска? Всем удачи, всем пока. Ром? Всем удачи. Кто там, Марат? Всем пока. Паша? Всем пока. Давайте, все, ребятки, до свидания.